Привет, друзья! Сегодня у меня для вас вкусная подлива из сосисок. Получается очень вкусно, подходит абсолютно ко всем гарнирам. Поехали! На сковороду добавил немного растительного масла, добавляем лук и обжарим пару минут. Добавляем сосиски. И с сосисками еще 3 минуты. 3-4. Болгарский перец. И с перцем еще пару минут. Маринованный огурец. Соль по вкусу. Черный молотый перец. Чайная ложка сахара. Сухой чеснок. Кетчуп 3 столовые ложки. Миллилитров воды. Перемешаем аккуратно. Лавровый лист. Накрываем крышкой и на медленном огне минут 5. Готово. Выключаем. И вот такая вот красивая, вкусная получилась у нас подлива. Можно перемешать сразу в кастрюле. Отварил макароны и теперь нашу подливку. Попробуйте обязательно, очень получается вкусно. Можно просто сразу перемешивать с макаронами, например. Вот так вот. На этом, друзья, все. Обязательно попробуйте. Это очень просто, вкусно. На этом все, как говорится. Всем спасибо. Пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь. Всем мира, добра, пока.